Человек — единственное существо на Земле, способное изменять реальность в соответствии со своими желаниями. Неизменным остается одно — сам человек, даже когда от его действий зависят жизни других. Мы создали и развиваем уникальную технологию, которая объединяет медицину, физиологию, программные средства, аппаратные решения в единую систему. Наша задача — обеспечение надежности человеческого фактора. До сих пор человеческий фактор остается одной из самых серьезных проблем. Более 30% всех аварий и тяжелых происшествий случилось по причине неадекватной оценки человеком своих возможностей. Обществу нужен гарантированный способ защиты жизни граждан. Человек — основа любой системы. Объединив в нашей компании специалистов в области медицины, инжиниринга и информационных технологий, за 18 лет мы вместе с крупнейшими транспортными компаниями России существенно улучшили надежность человеческого фактора, снизили трудопотери и вероятность возникновения аварийно-опасных ситуаций. Оказание помощи человеку – основа нашей технологии. Это позволяет защитить интересы работника и обеспечить баланс интересов администрации, профсоюзов и страховых компаний. С самого начала мы смотрели в будущее, и создание лишь технологий не было самоцелью. Именно системный подход в анализе физиологических данных десятков тысяч работников крупнейших транспортных компаний России позволил создать уникальную математическую модель и систему мониторинга функционального состояния с учетом влияния климатических факторов и индивидуальных особенностей. Методология, оборудование, программное обеспечение, организационно-методические материалы, разработанные нашей компанией, позволяют осуществить реинжиниринг системы обеспечения безопасности и перейти от ситуации частичной неопределенности в область определенности, контроля рисков и активного управления надежностью человеческого фактора. Построенная нами многомерная математическая модель с использованием фрактального анализа — это самообучающаяся система, аналогичная нейронной модели головного мозга. В основу легли результаты обследований десятков тысяч работников транспортных предприятий за многие годы. Сердце является чувствительным индикатором всех происходящих в организме процессов. На сегодняшний день мы обладаем алгоритмом анализа ритма сердечной деятельности, способным выявлять опасные тенденции работника в реальном времени, стрессовые состояния, начальный период и обострение заболеваний широкого спектра, усталость, недосыпание — все, что может оказать существенное влияние на скорость реагирования и правильность принимаемых решений. Свыше 75 миллионов измерений позволили выявлять фазу предзасыпания с вероятностью более чем 90%. За несколько минут перед сном человек будет предупрежден об опасности, что позволит ему своевременно принять превентивные меры. Мы сформировали информационное пространство, которое оптимизирует систему взаимодействия всех элементов управления безопасностью с учетом надежности человеческого фактора. Датчик транслирует кардиоинтервалы в бортовой компьютер. Микроконтроллер обработки информации соединяется с маршрутизатором, передающим по беспроводному каналу сигнал на сервер автоматизированной системы помощи машинистам, в который входит адаптивный самообучающийся алгоритм определения состояния машиниста, блок выработки индивидуальных норм, база данных и блок формирования выходных данных для терминала. Данные сервера АСПМ доступны как для ситуационного центра в Москве, так и для автоматизированной системы медицинского контроля машинистов, обеспечивающей обмен данными со здравпунктами и поликлиниками. Наша технология может помочь в любой области, где человеческий фактор играет существенную роль. Машинисты, водители автобусов, дальнобойщики и диспетчеры могут воспользоваться нашим оборудованием и технологиями. Многие писатели и режиссеры представляют будущее как мир машин. Наш опыт диктует обратное. Основой любой системы всегда будет человек.